сейчас, как она будет ржать? Сейчас, смотри. Опять это место с грибами съедает. Короче, там надо. Вот, смотри, сейчас будет. Я пройду испытание с андроидом. Съел гриб, жду проявления духа. Ух ты, смотри. Слушай, слушай, работай. Вау, прямо как. А, странно. Жарко приязнь пылает 5 дней между дурными друзьями. А 5-й прошел, погаснет огонь, и дружба вся врозь.
Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Глаза. Там Ивар и Келберт с ним. Пахнет свежей травой. Ивар, Келберт. Здравствуй, Эйвор. Я как раз говорил Этелингу, что Тор нынче с нами. Победа будет нашей. И что ты придумал? В этой деревушке хозяйничает Инир. Покажем этим ублюдкам, что бывает с теми, кто кланяется бритам. Спалим все дотла, а Иниру перережем его нежную глотку. Верно, мой мальчик? Я хочу биться умело, а не жестоко. Резать глотки можешь сам. Пламя и дым укрепят стремление Родри к миру. Инир не так важен. Мир для сосунков. Но как скажешь. Ах, кровь кипит. Оставим за собой кровавый дымящийся след. Но скрытность даст нам больше времени. А, мне по душе гром и ярость. Ну, как хочешь. Нужно попасть туда тихо. Ни к чему привлекать внимание всех бритов в округе. Мне что, просто стоять тут и пускать слюни, как деревенский дурачок? Келберт, присмотри-ка за этим стариком. Послушай его байки. Я не люблю ждать, Эйвор. Избавься от этих псов тихо. А не то я тебе помогу, как в Ледочестере. Ладно, мы подождем здесь. Почертим руны в пыли. Но поспеши, я хочу крови. Накину-ка я капюшон. Лети, Сюнин. Эй,
скоро там? Сейчас не время спать! Хватит! Я жажду крови! Ивар! Боги, Ивар, ты словно дикий зверь. Когда же наконец бритов изгонят отсюда? Лети же. Слишком легко. Thank you.
сюда идет Инир. Он зол, как зимнее море. Кёлберт в бою. Смелый мальчик, да? Хвала тебе за победу. И прости мне отнятые жизни. О, Кёлберт, меня тошнит от твоего бога. Смейся, мы победили. Убийство мне не в радость, Ивар. Эйвары, я рождены для них, мой мальчик. Песнь мечей, кровавый туман, хруст костей и оскал смерти. Прежде здесь была деревня. В ней жили люди. Они знали труд и смех. Смех и горе. Жизнь. Теперь многие мертвы. А те, кто не погиб, бежали. И вместо домов пепел. Да брось! Мы норвежцы! Таков наш дух! Хёлберт, я хочу услышать твое мнение. Ты доволен нашей победой? Я... думаю, да. Надеюсь, Родри отправит нам послание. Что он сделает? Он увидит пламя и поймет, что Уэсбери больше нет. Этот Боров клянется, что его победит лишь дракон. Скоро мы проверим, так ли это. Ивар, нам нужен мир, а не месть. Если не согласен, возвращайся в Рептон немедля. Ты не знаешь Родри, а я знаю, Эйвар. Он скользкая лживая змея из зловонной ямы. Хватит об убийствах! Мне нужен хоть миг покоя. Мед лучше. Нет, Ивар. Лишь покой. Прогулка по лесу или... или рыбалка. Может, порыбачим вместе? Рыбалка? Ищешь теплый омут, чтобы окунуть своего червяка? Я видел тут небольшой пруд. Идем? Теперь мы все можем немного отдохнуть и остыть. Идем сюда. Я не люблю рыбалку. Какой в ней вообще смысл? Слышал, что сказал? Ни одной рыбе не убить меня. Рыбалка, говорит, ищешь, говорит, теплую омут, чтобы окунуть своего червяка. Нам надо держаться вместе. Разведай местность, Тюнин.
Вон сколько всего. Славное место. Здесь есть угри. Дерлов обожает суп из свежего угря с крапивой. Я не рыбак. Ловите сами. Сколько тут вкусной рыбы. Вытягивай.
Еще один угли. Почти хватит на сытный суп. Скажем все Ивра. Деревню разграбить и то быстрее. Мы наловили угрей для пира. Епископ будет рад. Вон идет этот простофиля. О, странный способ праздновать победу. Впрочем, и Господь наш, ловец человеков, рыбачил. Здравствуй, епископ. Сегодня мы сварим вкусный суп. Спасибо, Келберт. Но я скорблю. Столько домов сожгли. Их будут отстраивать годами. Видел бы ты Келберта в бою. Он станет отличным элдерменом. Яростным и грозным. Лучше я буду справедливым. Но спасибо за похвалу. Я отправил послание бриттам. Молюсь, чтобы король Родри принял мир. Хоть его брата и убили. Все к лучшему. Это принесло нам победу. Бритты скулят о пощаде, как побитые псы. Мы сожгли деревню, да. Но это не обещает мира. Для его заключения нужно другое. Сдержанность. Лорды, решается наше будущее. И после Кватфорда ясно, что Ивар должен остаться в стороне. В стороне? Остаться не удел после всего, что я для вас сделал? Епископ прав, Ивар. У тебя сердце воина, а не примирителя. Чтоб тебе сдохнуть. Я знаю, Родри, и знаю, на что способен этот змей. Я тебя предупредил. Я не стану ему кланяться. И пусть целует меня взад. Эйвор, его гордость задета. Если знаешь, как это исправить, я слушаю. Обычно он весьма упрям и крайне поспешен в гневе. Но ему ведомы и другие чувства. Я устрою охоту на кабана. Зажарим его на вертеле, поговорим о войне. Эйвор будет доволен. Епископ. Подготовимся к прибытию Родри. Собери людей и разбей лагерь. Вопрос войны и мира решится, но не сейчас. Нужно ждать. Ненавижу ждать. Все в руках Господа. Поблагодарим же его за возможность отдохнуть. Брит, я уже здесь! Вот и отдохнули. Сюда, к большому дубу! Но где Келберт? Будущий элдермен должен присутствовать на переговорах. Он ушел на охоту, на кабана. Это было довольно давно, нет? Ждать нельзя. Мир нужно заключить сейчас. Леди Ангхарад, здравствуй. Мы пришли обсудить мир. Мы рады это слышать. Но где твой славный король? По моей просьбе он ждет в замке, чтобы не подстрекать головореза Ивара. А наш головорез ждет в своей палатке. Нас обеих беспокоят наши воинственные союзники. Мы мыслим схоже. Лишняя осторожность не помешает. Я считаю это благо. Пора уже, наконец, прекратить войну.
Довольно нашим народом страдать. Что ты предлагаешь? Все наши воины вернутся в освященные веками границы земель. Мы лишь просим дать нам пару дней, чтобы собраться и покинуть замок Каустоу. А вы, в свою очередь, должны прекратить нападение. Щедрые условия. Договорились. Хорошо. Как быстро и плодотворно. Да хранит Господь тебя и твоего короля. Мое почтение. Вы славно сражались. Пусть мир между нами будет прочным. Эйвор, когда полыхала война, я получила от тебя серебро с просьбой о мире. Но мы пришли к миру другим путем. И я хочу вернуть тебе серебро в виде дара. Прошу, возьми. Это чудесная вещь, госпожа. Благодарю. Прощай. Я растерян, Эйвор. Один миг, и многолетнему кровопролитию положен конец. Ты прошел нелегкий путь, епископ. Нужно порадовать Келгарта. Расскажешь ему все при встрече? Я его разыщу. Прекрасно, 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 прекрасно. Где же Келберт? Хель его забери. Кто-нибудь должен знать. Не знаешь, где Келберт? Я не слежу за тем, где шатается Этелинг. Поспрашивай других. Я ищу Келберта. Ты видел его? Да, он затачивал наконечники стрел. Ивар, все кончено. Мир, да? И от счастья все не знают, куда девать свое дерьмо. Или от облегчения. Не знаешь, где Келберт? Хочу сообщить добрые вести. Он нынче звал меня на охоту, но я не в настроении. Мир, да, говорит? Слышала? Что? Мир, говорит, да, это ты. И от счастья, говорит, все не знают, куда девать свое дерьмо. Эйвор! Не знаешь, где Келберт? Мой брат видел его. Он пьян, как макрель, верно? Выпил за мир с бритами. Да не раз. Проснись! А? Знаешь, где Келберт? Келберт? Никто из вас не видел Келберта? Только он, Дрэнк. Придется подождать, пока он проспится. Часто он так напивается? О, боги, да. Дважды в неделю. Пьет 3 дня, а потом 4. И 2 раза в воскресенье. И что ты делаешь, чтобы привести его в чувство? Как-то он был нужен мне на пару слов, и я бросил его в озеро. Только никому. Что ж, попробую. Должен быть способ разбудить его. Да,
с Одином! Ну и хватище! Как спалось? Разве можно так с живыми людьми? Мне нужно найти Кёлберта. Мальчишку Сакса? Будущего Элдермена. Он ушел на охоту за угощением для Ивара. Я знаю, что он на охоте, но где? Тут рядом есть пещера. От входа поднимись вдоль ручья в гору, на юг. Уже что-то. Спасибо. Что видишь, мой друг? Что здесь случилось? Пахнет бедой. Лук Кёлберта обронён. Следы лап и кровь, но не кабанья. По грязи что-то тащил волк. Слезы Фрей. Кёлберт, ты жив? Я... Тише. Ты тяжело ранен.
На рукояти дракон. Боги, бритский знак. Дыши, мальчик. Времени мало. Вернемся домой, простишься со всеми. Я отнесу тебя домой. Потерпи чуть-чуть. Силы. Тише, Келберт. Мы возвращаемся к друзьям. Помогите! Ивар! Дерлов! Клянусь рукой Тора! Неужто это Этель? Ивар! Что случилось? Нет! Нет! Глупый мальчишка, что ты наделал? Он был в пещере. Его окружили волки. Ивар. Тише, мальчик, тише. Ивар. Дай мне топор, немедленно! Ивар. Он мертв. Топор! Его бог примет его и без топора. Иди к своему богу. А я спою о тебе в Вальгале. Это сделал не волк. Расскажи мне все. Дело рук бритов. В ране был вот этот клинок. Бритский клинок. Родри! Почему? Ты убил его брата. Он не мог оставить его неотомщенным. Я говорил, что он змея. Ему вовсе не нужен мир. Только кровь за кровь! Епископ Диарлов, сюда! Стены крепости не спасут его. Я проткну ему легкие этим клинком. Значит, поспешим. Не дадим Родри насладиться победой. И никакой жалости. Леофрит избежал смерти, но Родри пусть не ждет пощады. Клянусь.
Боже, что стряслось? Что с Кёлбертом? Убит. И избавив тебя от грехов, да спасет тебя Господь. Отправьте тело мальчика отцу. Его похоронят по-христиански. Леди Ангхарад сказала, что Родри в замке Каустоу. Она могла солгать или ошибиться. В любом случае, проверим. У крепости есть хорошее место для лагеря. Осмотримся там вдвоем. Хорошо. Вперед. Ладно. Только помни, Родри оставь мне. Неужто это Эдель? Как себя чувствуешь, епископ? Я раздавлен потерей. Кёлберт мог стать хорошим элдерменом. И однажды королем, который ведет войны как викинг, но по-христиански милосерден. Он стал бы прекрасным правителем. Ха-ха!
Коней за мной. У нас есть чем заняться. Я должен был это предвидеть. Должен был знать, что он выберет слабейшего из нас. Ты нанес Родри страшную рану, убив его брата. Такова цена всего, что хоть что-то стоит. В Ватфорде ты сказал, что шрам на твоем лице оставил Родри. Расскажешь, как это было? Почему бы и нет? Об этом стоит вспомнить. Много лет назад я возвращался с западного острова. У них там славные бойцы. Мне здорово досталось, и я был зол на весь свет. Жаждал только крови да серебра. Как-то у берегов Камри я и мои Дренгер увидали славное местечко для высадки. Сплошной туман. Только мы вытащили корабли на берег, как с холмов донеслись вопли. Проклятые бриты! Туман чуток рассеялся, и вот они стоят. Самый здоровый орёт. Я Родри, король этой страны! Плевал я на тебя, ору я в ответ. Я даю моим знак, и мы, подняв топоры, бросаемся на них, не дав им вздохнуть. Нас было больше, но бриты хитрые твари. Там вокруг болото. Сапоги в нем вязнут, быстро не побегаешь. Родри стал крошить нас по одному. Добрался до меня, приложил клинок к щеке и оставил этот шрам. «Убирайтесь, чтобы вашего духа тут не было», — говорит он. «Да скажи всем, это дар короля Родри». Дерьмо, говорю я. Но он лишь посмеялся. Славный рассказ, Ивар. Сын Рагнара, убийца королей, покоритель Англии и Ирландии. О твоей жизни впору сложить сагу. Так и есть. Этот жирный червь прячется там, за стенами. Только дракон его победит. Как же, чтоб мне лопнуть? Будет ему дракон. Пошли весть своим людям. Можно разбить здесь лагерь и продумать нападение. Люди Ивара не тратят время зря. Они жаждут мести.
Эйвор, я готов отомстить бритам. В этот раз точно не стану просто шарить по карманам мертвых. Клянусь тебе. Я готов. Во имя Локи, что ты с собой сделал? Дракон, которому суждено прикончить Родри. Что скажешь, сестра Волка? Ты готова к войне? Собирай людей, Ивар. Пора начинать. Славный день, чтобы умереть. Ворота хорошо защищены. Мои люди грузят на повозку котлы с маслом. От этих ворот только яма останется. Покажись! Я здесь, Ивар Бескостный. Мы заключили мир. Почему ты пришел сюда с войском? Как ты смеешь, сын свиньи? Ты сам нарушил мир, без вины пролив кровь юного Келберта. Что за вздор ты несешь, Дан? Хочешь войны? Что ж, мы готовы к осаде. Взгляни на меня, король падали, и узри дракона, что пожрет тебя! Ты старик, что корчит из себя змея! Ивар, хватит болтовни! Пригнать повозку и поджечь масло! Когда я покончу с Родри, я срежу жир с его ляшек и поджарю на нем хлеб. Вообще молодец. Когда я, говорит, закончу с Родри, я срежу жир с его ляжек и пожарю его на хлеб. Осторожно!
Готовься! Yeah.
кончен! Туда! Ивар Бескостный! До дракона тебе далеко! Я свалил этот прогнивший туп. Он еще жив? Да. Но я это скоро исправлю. Я же любитель зрелищ. Сейчас он просто жалкий кусок мяса. Убей его, и дело с концом. О, нет, я не согласен. Я так славно все придумал. И место выбрал, и способ. Едем.
Ладно, пора с этим покончить. Взгромозди этот пурдюк с салом на лошадь и едем. И смотри, чтобы он не сдох. Эйва, а где этот жирный боров по имени Родри? Покажи мне все. А?
Только войска Мерсии готовы были сдаться, прибыла орда Дана. Thank you.
Не открыть, только с той стороны. Что ты видишь, Сюнин? Куда мы едем? Оттуда такой прекрасный вид, как раз для умирающих королей. Обойдемся без зрелищ, Ивар. Дай ему умереть. Нет, нет, нет. Он умрет красиво. Еще жив, король? Потерпи. Не то пропустишь самое главное. Король Элла, король Осберт, король Эдмунд и теперь Родри. Всех их убил я. Кто еще сравнится со мной? Просто... Я не вправе вмешиваться в ваши дела.
должно быть, такова и Вальгала. Он еще дышит? С трудом. Родри, ты слушаешь? Сколько лет меня позорил этот шрам? Брит ранил меня и отпустил живым. Я отпустил бороду, прятал лицо. Но твоя слава росла, и я начал гордиться. Эту метку мне оставил король. Что ты на это скажешь, Родри, а? Говори, старый свиной бурдюк. Здесь. Тащи его сюда. Локи тебя подери. Затащим его туда, наверх. Смотри, чтобы он не подох. Только поскорее, Ивар. Видишь? Клинок жаждет. А теперь дракону нужна его любимая пища. Кровавый орел. Ивар, это... Рождение кровавого орла – славное зрелище. Сперва вспороть спину вдоль хребта. Опа. Он, кажется, тоже. Истинный северянин. Будто герой былых времен. Для Ивара кровавый орел ничего не значит. Он просто упивается чужим страданием. Раздвинуть края раны. Смысл стирается, а способ живет. Все забудут, почему Родри умер. Но то, как он умер, останется в веках. Туман между добром и злом со временем сгущается. Слава же вечна. В этом нет никакой славы. Жизнь не пир, это кровавая битва. Теперь достать легкие и расправить их как крылья. Здесь его видит вся Мерсия. С меня довольно. Это еще не все, Эйвор. Саги, что мы сотворили вместе, нужно окончание. Здесь и сейчас. Все кончено, Эйвор. Я ухожу отсюда. Сойдемся в поединке. Ты и я. Умрешь ты, и я величайший викинг всех времен. Умру я. И тебя ждет слава! Кровь опьянила тебя, Ивар. Прощай. Бедный Кёлберт. Он и слова не сказал. Когда? Когда я пронзил кинжалом его сердце. Нет. Только тихо взвизгнул. Раз и все. Ты гнусный Бакраут! На что приходится идти? Выдержать столько испытаний, предать друзей, чтобы идти своим путем и навеки стать погибелью королей. Предатель! Кёлберт был... Мне как сын! Да! Да! Так сразимся, сестра волка, в смертельном поединке!
это жизнь, Эйвар! Парить высоко над миром! Нас ждет Вальгалла! Безрассуден, Ивар. Тобой правит безумие. Безумие? Умри, как Келберт. Я бы уже убил тебя! Погоди, Эйвар! Ответь мне на один вопрос. Говори, или я вырву твой язык! Ты увидишь отца в Вальгалле, сестра волка? Или этот трус в Хельхейме льет ледяные слезы? Простофиля! Конец пути. Валькирии близко. Топор, Эйвар. Дай мне мой топор. Эйвар, дай его мне. Хельхейм ждет тебя. Доставьте тело Ивара в Кватфорд. Там мы с ним простимся. И отправь послание Уби. Скажи, что его брат мертв.
Сёнин, веди. Беду омрачила еще одна беда. Епископ, Убба. Погибнуть от руки Брита. Боюсь представить, какой стыд испытывал брат перед смертью. Если бы не мир. От моей руки. Твоей? Когда мир был заключен, Ивар убил Келберта и свалил вину на Родри, чтобы напасть на него снова. Как ты об этом узнала? Он сам рассказал. Я из тех, кто предпочитает правду, Эйвор. Но мне тяжело это слышать. Он умер достойно. Он умер, защищая гнусную ложь. Не слишком достойная смерть. Ивар. Всю жизнь он заваривал кашу, а я ее расхлебывал. Но он был моим братом. Ивар мертв, и теперь мир стал возможен. И на том спасибо. Буду утешаться мыслью, что он дождется меня в Вальгале с топором в руке. Как бы там ни было, он жил по своим правилам. Что может быть лучше? Он часто поступал безрассудно. Мне казалось, что он ведет себя непонятно. Но не всех людей можно понять. С ним нужно проститься. Я приготовлю дракар для погребального костра. Епископ, пошли весть леди Ангхарад. Скажи, что ее мужа убил предатель. И что он, Ивар, заплатил за это. Как только смогу. А что король Кёлвульф? Не представляю, как ему горько. Он убит горем. И все же не забывает о Шире. Элдерманом здесь стану я. Посему я заявляю, что Широпшир будет твоим другом и союзником до конца моих дней. Благодарю, епископ. Храни тебя Бог, Эйвор. Куда бы ни вел твой путь. Песен битвы Скальда. Мужа, что без кости конь морей,
несет сквозь пламя в залы вечной славы. Будто ветер быстрый. К Одину, Вальгалу, девы битвы мчатся, спора с королем в объятиях. Ивар мертв. Союз с Широпширом заключен. Поговорю с Рандви.
Поднять парус! Покажи, что впереди. Что ты видишь?
Как ветер сегодня? Все нидингов снято.
Больше паруса! Главная добыча! Уходим!
покажи. Расправь крылья, Сюнин. Брошь! О, небо, мне ее не вернуть! Осмотрись вокруг. Почему? Неужели брошь такая вкусная? Потерял что-то? Я очистил брошь для своей племянницы. Положил ее на землю, и она пропала. Наверное, овца проглотила. Весьма голодная овца. Это брошь моей бабушки. Подарок богатого... воздыхателя. Как мне вернуть ее, не причиняя вреда моим овцам? Кто-то из вас съел ее. Кто это был? Брошь! Моя брошь! О, небо, мне ее не вернуть! Что там? О, боги, почему я это делаю? Что ела эта овца? Здесь ничего нет. Ничего. Нужно продолжать поиски. Что ела эта овца? Здесь ничего нет.
Ага, брошь. Не в лучшем состоянии. Ничего. Нужно продолжать поиски. Что ела эта овца? Здесь ничего нет. Вот твоя брошь. Фу! Это вонь и лошадь с ног свалит. Возьми уже. Да, брошь нужно помыть. Но племянница будет рада. Спасибо тебе. Больше за такое не возьмусь. Погляди, Сюнин. Здесь нужна осторожность. Thank you.
Сёнин, веди. Все, как и в прошлый раз.
падать нельзя, не то все уроню.
Меня звали Сивилау. Я сражался с Гаем Юлием Цезарем. То был умный вождь. Мы, бритты, сражались лишь друг с другом, пока из моря не вышли тысячи римлян. Я лично объехал всех своих врагов. Атрибатов, иценов, кантиев. И уговорил их объединить силы. Вместе мы дали отпор их легионам и трусливым черепахам. В то время пролилось немало крови. Цезарь объявил себя победителем. Но заметь, сюда он больше не возвращался. Похоже на первую Huh!
Что ты видишь, Сюнин? Покажи мне все. Ah!
Лети же. Что ты видишь? Что видишь вокруг? Thank you.
можем продать. Да что такое? Смотрись вокруг. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Гляди, Сюнин.
Покажи, что впереди. Don't see it!
так. Именно так, как ты представляла. Паула? Паула, приветствую. Что это за место? Тебе нравится? Мы с женой построили его из древних камней. Это дом мечтаний и воспоминаний, сотворенный из паутинки и летнего ветра. Он прекрасен. Мы с Паулой много путешествовали. Сколько повидали и сделали. И путь наш лежал по землям, что ты не в силах и представить. Каждый камень стен этого замка – память о приключениях. Странствия наделили тебя мудростью. Да, и вот какова она. Помни о завтрашнем дне, но не забывай и о сегодняшнем. Каждый день, час, миг – воистину бесценный дар. Мы с Паулой будем любоваться красотами Англии и вспоминать наше путешествие. Заново переживем свои приключения. Вот и она! Мне пора к ней. Спасибо за рассказ, друг.
Ты мои глаза. Да?
нормально, мы приехали. Потихоньку осваиваемся. Не знаю, жарко у нас. Проверим. Состав мансардный этаж. Кровля, стекло. В полу одно окно. И наверху. На потолке еще. Это полки они маленькие, открываешь, капает. На потолке открываешь и капает, сидешь где-то весь. А если нижнее окно открываешь, то ребята продуть могут. Вон в Москве падало, заставило, сейчас опять на Москву пошло. Thank you.
Можно включать звук? Там, наверное, все по ней становится. Что с ними делать? Идите в деревню на востоке, в этом ужасном месте царят лишь смерть и дьявол. Деревня на востоке. Давай.
Эти земли прокляты троллями.
Стой, Лисюнин. Thank you.